что я теперь счастливее всех на свете. У меня на зависть всем собаководам есть собака удивительной породы. Мой щенок похож немного на бульдога и на дога, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу. На собаку водолаза и на всех овчарок сразу. Во дворе мы с ней всегда играем в мячик. А когда сажусь я дома за задачник, мой щенок без дела тоже не скучает, туфли мамины по комнате гоняет. Мой щенок похож немного на бульдога и на дога, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу. На собаку водолаза и на всех овчарок сразу. Садились с ним на выставку собачью, обратно возвращались чуть не плача, потому что на комиссии сказали, что дворняжкам не положено медали. И не надо, я куплю ему медаль шоколада. Я для друга ничего не пожалею, лишь бы хвостик завертелся веселее. Мой щенок похож немного на бульдога и на дога, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу. На собаку водолаза и на всех овчарок сразу. Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде. Собака друг человека. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека? А у нас управдом друг человека.